Майс ТВ представляет Global Event Ru Forum 2016. Как всегда, все самое интересное смотрите в нашем дайджесте. Всем привет, с вами Майс ТВ. Прямо сейчас мы находимся в Москве, в пространстве Шелк. Ну а за моей спиной уже начал работу глобальный Event Ru Forum. Самое ожидаемое событие в этом году в сфере деловых встреч. Ну что ж, друзья, ивент как бизнес, ивент как модный тренд. Все это и многое другое в нашем специальном репортаже. Увидимся на Майс ТВ. Форум проходит уже в третий раз и собирает активных участников ивент-индустрии. Ну что ж, друзья, это Майс ТВ, мы продолжаем. Жанна Васенина рядом со мной. Легендарный случай, легендарный человек. Ну что, как эмоции? Поделись же. Ой, на самом деле, все только еще началось. Непонятно, то ли началось, то ли закончилось, потому что это безумная подготовка. Это очень сложное, на самом деле, мероприятие. Это же абсолютно партнерская история. Это бартеры, это собрание компаний, которые вместе с нами хотят сделать вот такое вот клевое мероприятие. Поэтому найти вот такие вот крупинки вот этих вот людей, которые заряжены такой же энергией, как мы, ну, это нужно искать, это такие жемчужины. Поэтому я просто бесконечно благодарна всем компаниям, которые откликнулись и вместе с нами создали все это, потому что, ну, как бы это все не мы, это все вот они. Вот, поэтому, ну, как бы вот, делаем мероприятие. Ну что ж, друзья, это Майс ТВ, и мы продолжаем. Только что завершилась церемония открытия. Рядом со мной модератор первой открывающей сессии Владимир Зазули. Прямо сейчас мы с ним познакомимся. Здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, все состоялось и состоялось в очередной раз. Поделитесь эмоциями, дайте эмоции нашим зрителям. Только что действительно вышел со сцены, эмоции еще свежи. Я хочу, в общем-то, сказать то, что цель форума в целом и сессии, в которой я принимал участие, это актуализировать те тренды, которые есть на рынке. И, наверное, это звучит так пафосно, если они более прикладные, это научить говорить на одном языке заказчиков этих мероприятий, крупные компании, соответственно, поставщиков, это агентство. И какая-то цель, я считаю, она была выполнена нашей сессией, потому что очень живая была дискуссия между залом и экспертами, которые были на сцене. Эксперты дали со своей стороны действительно прикладные какие-то решения, не просто общие слова, достаточно было много конкретики. Я считаю, что здесь мы свою цель выполнили. Смотрите сами. Более 600 участников и несколько дискуссионных форматов. Панельные лектории, креативные интерактивные тренинги, мастер-классы и фестивальное настроение. Спикеры мероприятия, эксперты в области искусства, истинные гуру коммуникаций, создатели крупнейших фестивалей и бизнес-форумов, профессиональные организаторы и маньяки ивент-индустрии. Ну что ж, друзья, мы продолжаем Global Event Ru Forum, и прямо сейчас я познакомлю вас с одним интереснейшим человеком, представитель компании Oriflame. Поделимся эмоциями и кое-чем еще. Привет. Привет. Саша Сафонов, компания Oriflame, мир красоты. Поделитесь эмоциями, форум стартовал, что же интересного сегодня было услышано, а может быть вы поделились с нами? Я только пришел, успел позавтракать, побывал на пару сессиях, все очень интересно, динамично, очень много народу, прекрасные спикеры иностранные. Пока классно. Global Event Ru Forum – это инновации, нетворкинг и лучшие практики в мире организации событий. Среди тем, затронутых в панельной дискуссии, стратегическое планирование и создание имиджа бренда, комплексные ивент-стратегии HR-мероприятий, спонсорская эффективность, ситуативный маркетинг и коммуникации в эпоху великих перемен. Это Майс ТВ, мы продолжаем. Уникальный случай, друзья, только что завершилась открывающая сессия, и рядом со мной интереснейший спикер. Познакомимся с ним прямо сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Барри Роуз Райнхарт, я являюсь креативным директором MIG из Майами, США. Что вы думаете об ивентах в России? Я побывал на двух ивентах в России, и, признаюсь, я очень впечатлен. Чувствуется невероятный дух и атмосфера страны. Люди, которые заняты в данной сфере, очень заботятся о том, как проходят мероприятия, хотят впечатлить участников и всегда переживают за результат. Очевидно, что сфера стремится к развитию, людям хочется создавать все больше и больше веселых мероприятий. Ивент развивается, и Майс ТВ покажет все самое интересное.